Ну, а сейчас о других выборах главных в Америке. Ну, узнали кандидата от республиканской партии. Вот, пожалуйста, Дональд Трамп, который наконец-то разрешил запустить руку в святая святых. Все об этом говорят, все об этом мечтают. То есть испортить разрешил себе прическу. Причем произошло это все в прямом эфире, и это увидела вся Америка. Руку, волосы миллиардера запустил ведущий юмористического шоу. Джимми Фэллон спросил Трампа, может ли тут позволить ему всего лишь одну маленькую-маленькую глупость, ведь скоро кандидат от республиканцев может стать президентом, и вряд ли у него будет на такое время. Миллиардер сначала легко согласился, но когда ведущий сказал, что хочет взъерошить ему волосы, тут Трамп на минуту задумался, прежде чем ответить. Ну, впрочем, вот, давайте посмотрим, как все это было. Мой ответ – да, но я надеюсь, что народ Нью-Гемпшира, куда я отправлюсь через пару часов, простит мне, как выглядит моя прическа. Давай, делай с моими волосами, что хочешь. Следующий понедельник в гости к Джимми Фэллону должна прийти Хиллари Клинтон. Ей сейчас уже лучше. Она возобновила свою кампанию, летев из Нью-Йорка в Вашингтон. По крайней мере, об этом говорят лечащие врачи, об этом говорят в штабе Клинтон. Ну, тут уже появились такие сальные шутки. Куда руку запустит вот ведущий этого комедийного шоу, когда придет Хиллари Клинтон. Но однозначно, что будут говорить и говорить много о здоровье претендента Демократической партии на пост президента США.